С килограмм. Цвет волос. Понятия не имею, извините, не могу подсказать. Ни крашеный, ни битый. Свой родной заводской. Ой, мама. Привет, привет. Что насчет плащ кожаный? Что вы, о чем? Плащ кожаный. Ладно, у тебя есть плащ кожаный? Пошли в парк славы. Угу. Ладно, пойдем в парк славы. У тебя есть плащ кожаный? Это не плащ, это куртка. Минимум. А максимум? Фары. Ох, давление. Не халит. У тебя холодно? Очень. Зима в сердце, на душе вьюга. Божественно, бесспорно, бесподобно. Какие слова. Что? Ничего себе! Что? Играть меня еще учили. Я, поверите, я просто уже вот, ну честно, я тоже не понимаю. Кисло. Лублу сухум. Угу. Обожаю, просто обожаю вас. Просто дай бог, чтобы вы всегда были такими. Такими, какие вы есть. Чтоб ни одна я вас не понимала, чтобы все вас не понимали. Здесь не сдаются, Мика. Теперь Ксенон поехал. Я ни во что не играю, вообще ни во что. В жизнь играю, у меня в жизни столько игр. С утра встала, поела, умылась, оделась, пошла на работу. Фары, Ксенон, парк. Послушай, ты, я, конечно, я не знаю, ты, наверное, думаешь, что это смешно, что ты набор слов пишешь, просто словарь открыл, выучил пару слов и решил написать. Выучи что-нибудь новое. Давай вот я лучше заблокирую тебя и успокою свою душу. И все, потому что детский садик «Тормозок» здесь разводить не надо. Где он? Слушай, я его потеряла. Кола, Кока-кола. Давай, до свидания. Я узбек пишу. Дубай. Опа. Слушай, ты тоже детский садик «Тормозок», давай, чеши отсюда лесом. До свидания. Моей психики тут не выжить, я уже убрала тут. Симс получается, ты тоже давай. А, Симс, да, на нервах играете. Просто тут пишут, что ты играешь. Что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю, что это такое. Привет, привет. Ты знаешь, что такое фары? Не знаю я. Он тебе подарки дали. Видишь, ты не заблокировала его? Спасибо. Я просто сделала так, чтобы он не мог писать. А-а-а. Он не сдается. Понятно. А, то есть так это работает? Вначале они пишут набор слов, ты им закрываешь доступ, они начинают присылать подарки. Дальше какой этап? Спасибо, а? Что? Привет, привет. Где Лика? Я не знаю. Я тебе говорю, я как Роза Сибитова. То я всех свожу, то у меня тут Авито, то еще... Да, это как эта программа «Жди меня» или «Найди меня» называется? Сейчас у меня вот это. Еще кого-то ищите, можете спросить. Не знаю, где Лика. Ну и не надо. Ты красивая. Спасибо. Тебя не только Мика, в Грузии привет. Знаю, тебя и в Казахстане да. Знаю. А баба популярная. Добрый вечер, Мика, привет. Привет, вы откуда, Сухум? Ты замужем? Нет, нет, еще раз нет. О, зима в сердце, на душе вьюга. Знаю я, что можем мы друг без друга. Я 98-го, а вы?
все, хватит дарить мне розы, вы прощены, все, но я не знаю, как вас вернуть назад. Знаешь, ты мне послышать дарить? А, можно включить, я нашла. Как включить? Ну, я подумаю. У тебя на улице стоит BMW M5 или F90? У меня я не вижу этого. А, вижу. На улице у меня стоит BMW единичка. Не было. Ага. Не остается этот парень. Не вам одной. Я к вам приеду. Нет. Хорошо, приезжайте. Ну тоже сойдет. Добро пожаловать. Welcome to Абхазия. Хватит, все-все, я простила. Ну, я не буду включить. Сейчас подумал он назад, сейчас как эти розочки забрать, никак она меня не включит. Эти давай рум-тур потом. Эти розочки ничего не дают. Пускай он тебе зачем разблокировать? Чтобы опять вот тут набор слов писали. Метро есть. Рум-тур потом. Что? Туалет могу показать, хотите? В Сухуми метро есть, Лана? Конечно есть, ты чё? Геолокация. Че, на метро? Зачем я должна Руслан разблокировать? Жуки, ёлки-палки. Свободу Кока-Колина. За него уже тут люди подтянулись. Только прислал розочек, деньги, наверное, закончились. Кока-Кола, ты тут? Они пустые. А? Розочки пустые. Тогда не разблокирую. Не надо было столько розочек, надо было что-то посущественнее. Свободу Кока-Коле, он вышел, этот Кока-Кола. В Сочи был. Классно. Ресторан метро, он подумал, что ты... Что это такое, я не понимаю. Я в Аладе 8 тысяч игроков вчера. Привет, метро под названием Я не вижу эту страничку, за которую вы говорите. Мика, Триада, здравствуйте. А, вот номер один зритель, ладно. Включаю, последний шанс даю. Ой. Просто столько людей сидит. Настя, ты мне звонила 5 минут, я выхожу. Клянусь, выхожу, все, с отсюда, с дома. Мои смс не приходят. Я выхожу 5 минут. Посчитай, выхожу.